Сегодня мы с вами будем наряжать елку. И в этом мне будет помогать Челси. Да, Челсеныш? Иди. Челси будет помогать. Это будет ее первый Новый год в доме. Ну и так мы начинаем. Что у нас есть? Это вот шапка Санта-Клауса. А Челси, интересно, что же у нас тут? Михал. Михал. Будем надевать? Челси, смотри. Смотри, какие у меня тут Михал. Тебе нравится? Давай тебя закутаем. Будешь в Михал ходить? Давай. Как это будет у тебя? Какая Челси в Михал, такая дама. Давай вот так. Опа. Опа. Ну-ка. Ой, какая лиса, лиса прямо. Лиса, лиса в мехах. О, и гордо так стоит, да? Челсик, нравится тебе в мехах быть? Вот такой вот у нас котенок. Ну вот, я нарядилась. Теперь мы будем украшать. Челси, смотри, что у нас есть. Такие штуки. Смотри, звезда. Ну-ка, давай споем песенку. Скоро праздник нам придет, Новый год. Да? Сердечку исполнишь? Всем удачи принесет Новый год. Людям некогда скучать, скоро будем отмечать. Новый год, Новый год, Новый год. Где? Кучунок мой. Молодец, хорошо принимаешь участие. Ну давай, звезду повесим на елку сверху. Висит? Висит. Что ты там еще нашла? Маска. Давай тебе померяем. Ой, какая красавица, Челси. Будешь в маске ходить, да? Стоп. Садись. Вот так, садись. Давай смотреть, что тут у нас еще с тобой есть. Вот эти сердечки мы, пожалуй, повесим на булочку, да? Ты что там взяла? Помните, я рассказывала идеал хоум-шоу про елки, как наряжать, был семинар, и там рассказывали, что сначала надо окутать елку гирляндами. А вот это мы на камин повесим. Нравится мой мех? Давай, прыгай. Ага. Дичь! Дичь! Пойдешь дичь брать? Я хочу такую же шубку, истинная леди. Хочу шубку. Моя девочка шубку хочет. Ой, как вкусно пахнет шубка. Да? Что еще? Что ты еще хочешь? Шапку хочешь? С бомбончиком? Вот начинаем с гирлянды. Вот так. Виноград будет помешать? Мы долго не паримся, наряжаем как есть. Ну что тут у нас еще есть? Вот смотри, какой Дед Мороз. Дед Мороз, будешь с Дедом Морозом где-то фонарик у тебя? Шишечки, вот фонарик. Санта-Клаус. Санта-Клаус. Давай его под елку поставим. Вот так. Коробочки. Шишечки. Что тут у нас? Шарики. О, какой шарик, смотри. Челси, нельзя, все, фу. Вот эти будем наряжать, сердечки киевские. Давай посмотрим. А, какие шарики. Вот так. Опа. Да? Вот так. Сердечки.
Я вижу все. Куда мы шарик повесим? Раз. Не трогай. Трогай нельзя. Серебристые шарики. Челси, смотри. Сколько игрушек у нас. Густо побиты. Ой, хорошо. Челси? Да. Иди. Сюда. Сюда. Вот так. Бусики. Ай, какая красота. Я сразу бусиками. Челси у нас бусиками будет выглядеть. Ой, какая красивая девочка. Давайте еще что-нибудь на голову. На голову у нас есть что-то? Нет, ничего на голову. Вот такой букетик. О, ох, какая красивая девочка у нас. Красивая девочка такая вся. А? Идет? Идет. Говорят, тебе идет. Новый год, Новый год, Новый год. Давай посмотрим. Ёлочку украшает моя ёлочка мохенькая. На Новый год, да? Смотри, красиво получилось? Тебе нравится, Челси? Вообще год металлического быка, говорят, грядет. Поэтому я сегодня все в серебристый такой цвет нарядила. Ну и немножечко синенького и фиолетового добавим. Как-то мне захотелось в этом году сине-фиолетово-белую елку такую сделать. Вот такие шарики красивые у нас. Нравятся тебе? Челси мне сегодня помогает хорошо, моя помощница. Наряжать елку это скучно для Челси, да, Челсиш? Скажи, мне сердечки нравятся. Мне сердечки нравятся. Красивая елка у Челси получилась, да? Ну-ка. Нравится? О, какая красота! Елочка у Челси в этом году нарядная. Елочка красивая. Пойдем посмотрим. Бусы повесили, стали в хоровод. Весело-весело встретим Новый год. Ой, пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!